Сретение Господне для Пюхтицкой обители, как и для всей православной церкви, большой 20-й праздник, но на Святой Горе в этот день, 15 февраля, празднуется еще и свой, так сказать, внутренний праздник, престольный трапезного храма, построенного и освященного в 1895 году во имя святого праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Но все же главное торжество приходится здесь на 16 февраля, день памяти святого праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Праздничное же богослужение, посвященное Сретению Господню, проходило 15 февраля в Успенском соборе. Божественную литургию возглавил протоиерей Дмитрий Ходов. В переводе со старославянского слова «сретение» – это «встреча». Под сретением Господним понимается встреча Богомладенца и Богородицы с праведным Симеоном и пророчицей Анной в Иерусалимском храме. В этот день, 40-й день по Рождестве Христовом, Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. В праздник Сретения Господня в храмах специальным чином раз в год освещаются свечи, которые принято зажигать при молитвенном обращении к Богу в особо тяжелые минуты жизни. Сретенская свеча имеет важный смысл – смысл просвещенности сердца Святым Духом. Она символизирует свет, принесенный Иисусом на нашу землю. И не случайно то, что многие молящиеся после праздничного богослужения, покидая Пюхтицкую обитель, уносили и увозили с собой сретенские свечи как особенную благодатную силу.